Друзья, посмотрите, какие суперские огурчики получились. Думала, что приготовить из огурцов, и из массы разной информации решила сделать свой собственный рецепт. Получились вот такие огурчики в аджике, обалденнейшие. Всем привет, друзья! Я спасаю оставшиеся огурчики, выбрала вот здесь самые такие крупные. Рецепт буду записывать, потому что рождается он у меня по ходу событий. Вот, насмотрелась всяких рецептов, решила сделать свой собственный. Помыла вот такие баночки 90-граммовые, 4 штуки у меня. Сделаю 4 банки, посмотрю, сколько уйдет огурцов. Сначала я приготовлю заливку и поставлю ее варить. Буду готовить ее на томатном соке, на покупном. У меня, кроме петрушки, к сожалению, никакой другой зелени нет. Ну, я бы еще с удовольствием укроп взяла, но нету. Все складываю в блендер. Два болгарских перца. Острый перец берите на свой вкус. Я потом попробую и, может быть, еще добавлю. И вот здесь у меня такая 1,5 головки чеснока почищена. Добавлю сюда вот совсем немножко, видите, вот пол стаканчика воды, чтобы просто легче все это перебивалось более однородно. И все перебью до однородной массы. Обалденный аромат, друзья. Так, вот и все, друзья. Как получилось, так и получилось. Если захотите, чтобы было совсем прямо мелко-мелко промолото, то можно еще потом перебить блендером, ручным блендером. Будет еще мельче. Все. Так, на перец я попробовала, мне вполне достаточно. Вот здесь 1 литр томатного сока. Перекладываю сюда эту массу. На 1 литр жидкости я добавляю 2 столовые ложки соли, потом еще попробую вот такие, и 4 столовые ложки сахара. Такие, знаете, ну вот прям без большой такой горки. Когда все это растает, закипит, я еще попробую, если нужно, добавлю соль или сахар. Ну что, друзья, теперь начнем собирать банку. Я, кстати, попробовала вот этот сок. Для нас он не острый, поэтому я добавляю еще острый перец в банке по половиночке. В каждую баночку также положила укроп, зонтик укропа и лавровый лист. И теперь добавлю туда смесь перцев по чайной ложечке. У меня тут совсем чуть-чуть осталось, наверное, по пол чайной ложки семян горчицы. Прям разделю сейчас на все 4 банки. Все. Надо покупать уже. И по несколько звездочек гвоздики. Вот сколько тут у меня? 3 штучки выпало. 2-3. По 3 штучки. Так и получилось. Все, друзья. Теперь начну готовить огурцы. Хвостики, конечно, отрезаю и порежу огурцы вот на такие небольшие дольки, чтобы их было удобно есть. Вот так. И наполняю банки кусочками огурцов. Кстати, я поставила большую кастрюлю уже для того, чтобы пастеризовать баночки. Укладываю плотненько. И вот так банки наполняю огурчиками. Еще раз повторюсь, друзья, острый перец кладите на свой вкус. Мне вот, ну нам, мы любим поострее, конечно, поэтому я положила, делаю поострее. Ну, так, сейчас все разложу и вернусь. Сок у меня кипит. Ну вот, друзья, у меня все.
Я забыла вам сказать, что банки у меня не стерильные. Я не вижу смысла стерилизовать банки, когда все остальные продукты не стерильные. Они у меня просто хорошенечко вымыты со щеткой. Я их мыла, поскольку хранятся они в этом гараже. Ну вот, ушло, наверное, ровно 1,5 килограмма огурцов на 4 баночки. Так, полностью придавлю их потом. Крышки потом обязательно кипячу. Вот крышки будем кипятить. Смотрите, девчата, раскол прям кипит. Я уже не помню, сказала вам или нет, что добавила еще одну ложечку сахара. Все, и вот так прямо кипящим рассолом заливаю. Заливаю, девочки, до плечиков, потому что во время стерилизации рассол еще немножечко поднимется. Осторожненько, чтобы банки не лопнули. Так, так вот, потрясите. Вот это ни в коем случае не выливаем. Еще нам пригодится. Потрясите хорошо, чтобы все пузыречки вышли. Или деревянная палочка. Так проткните, чтобы все пузырьки вышли. Все. И ставлю баночки в кастрюлю. С такой, знаете, горячей водой, чтобы они не лопнули. Кастрюля у меня заранее подогревается вода. Получаются огурцы как в аджике. Ну вот, друзья, поставила на стерилизацию на 20 минут с момента закипания. Вот как только закипит, 20 минут и буду закручивать. Рассола осталось немножко, ничего страшного. Я его прямо кипящим потом долью в баночки, если где-то не будет хватать. Остальное поварю, и получится шикарная аджика. Единственное, что еще нужно, перчика добавить. Ну вот, друзья, 200 миллилитров ровно у меня осталось рассола. Все остальное ушло на 4 баночки. Прошло 20 минут. Добавляю по чайной ложечке уксуса. Если у вас уксус 9%, то добавляйте столовую ложку. У меня он 25%. Все, крышечки. Все дела. Так, мое посудное полотенце все заляпанное. Проверяем, чтобы не было пузырьков. И поставлю, переверну вверх ногами банки, девчонки. Это прям полненькая-полненькая. Всегда проверяю, девчонки, банки, потому что иногда вот эти закручивающиеся крышки, они как бы не сразу ложатся. Хорошо. Ну вот, друзья, все укутало. Помните мой лайфхак с резинкой? Вот так натянула резиночку, все плотненько, одеяло прилегает. И вот они, видите, гаврики мои тут вдвоем лежат. Вот так, не отходят ни на минуту. Я на кухню, и они вот так лежат рядом со мной. Боже мой. Сейчас пойду в зал, они пойдут за мной хвостиком. Ну вот, все, всем пока. Ну вот, друзья, посмотрите, какая прелесть получилась. Слушайте, такой аромат был в кухне вчера, когда я готовила. Это просто прелесть. Такой, знаете, ну очень-очень приятный и аппетитный запах. Из остатков томатного соуса сделала баночку огурцов. Просто развела водой и закатала в огурцы, поскольку там было много специй, зелени, чеснока. Вот, получились, сделала вот такие огурчики в таком соусе. Ну вот, все равно для разнообразия, почему бы и нет. Всем пока!